Из грязи просто слепим, говно какое-то вообще свое. Хоть тебе 100 лет, 20 лет, 20. Ну, дыхание зависит. А я руки вверх, я манку делаю. Малафья, блядь, полилась. Много малафьи налилось. Да, льет, я тебе говорю. Все. В детстве мой отец аватар Епифанг рассказывал мне о том, как он и его друзья положили конец столетней войне. Вместе с хозяином огня Суко Епифанг превратил колонии народа в сообщество, где черпаки и обычные жители. Ну как я вот с деревни родом. Ну вот, и они знали. Существовали в мире и согласии. Столицу этой великой земли назвали Шанхай, что ли? За свою жизнь аватар Епифанг совершил много великих подвигов. Но, к сожалению, его время в этом мире подошло к концу. И как при смене времен года, цикл аватара начался заново. Аватар.